Приветствую вас! В эфире новости ТМК. Все самое интересное из жизни трубно-металлургической компании. Смотрите сегодня в выпуске. Повышаем потребительские свойства. На Синарском трубном заводе автоматизируют производственные операции. Профессионалитет ждет абитуриентов. Как будут обучать востребованным специальностям в городах присутствия ТМК? Трубная металлургическая компания стала лауреатом ежегодной национальной премии в области экологических технологий «Экотехлидер-2022». Торжественное подведение итогов состоялось в Москве на ВДНХ. Подробности у наших коллег. В этом году церемонию дополнила стратегическая сессия на актуальную тему «Экологическая модернизация в новых реалиях». Руководитель направления по климату, главный эколог ТМК Елена Михайлова рассказала о приоритетах компании в новой экологической повестке и поделилась опытом применения наилучших доступных технологий. Мы показываем свои проекты, мы делимся своими знаниями и умениями с другими компаниями, мы демонстрируем свою экологическую ответственность. Нынешняя премия превзошла прошлый год по количеству участников. В этом году было подано более 100 заявок, лауреатами стали 28 компаний. Своими решениями они доказали, что можно эффективно развиваться и при этом минимально воздействовать на окружающую среду. Каждый проект внимательно изучали представители власти, бизнес-сообщества, ученые и эксперты премии. Экспертный совет высоко оценил проект ТМК «Аква», в рамках которого на ПНТЗ и ЧТПЗ запущены комплексы водоочистки «Аквагенезис» и «Аквакристалл». Проекты помогают свести к минимуму забор воды и количество выбросов. ТМК уже дважды становится лауреатом конкурса. В прошлом году в номинации «Эффективный экоменеджмент» победил Волжский трубный завод. Премия «Экотехлидер» вручается второй год подряд и отмечает передовые технологии в сфере экологии и природопользования. Полина Угрюмова, Лидия Соколова. Новости ТМК. На Синарском трубном заводе увеличили мощности по нанесению временного защитного покрытия. О новом эффективном решении в сюжете из Каменска-Уральского. Новая линия в трубопрокатном цехе номер 2 предназначена для нанесения консервационного покрытия на наружную поверхность труб. Оборудование встроено в технологическую схему трубонарезной линии, позволяя максимально автоматизировать производственный процесс. Установлено оборудование для того, чтобы повысить конкурентную способность нашей продукции, транспортировочную сохранность, хранение на открытых складах, значит, и исключить ручной труд. Применяемое покрытие позволяет обработанным трубам храниться до года под открытым небом. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволил выпускать на поточной линии нарезки труб продукцию с требованиями к наличию консервационного покрытия по полному циклу. Ранее эти трубы отправлялись на участок финишной отделки. Да, данное оборудование, значит, направлено на то, чтобы снизить крановые операции, то есть будет меньше задействия крановых операций на участке финишной отделки труб. То есть мы можем использовать краны на другие задачи. Оборудование для нанесения консервационного покрытия внедрено в ходе реализации инвестиционной программы предприятия. Благодаря ей только за 2021 год реализовано более 40 проектов и мероприятий. В 2022 году СинТЗ продолжает модернизацию оборудования для повышения конкурентоспособности продукции. Татьяна Андреева, Кирилл Гурьев, Александр Неволин. Новости ТМК. В учебных учреждениях Полевского, Каменска-Уральского, Волжского и Орска, участниках федерального проекта «Профессионалитет», вовсю идут приемные кампании. Какие профессии выбирает молодежь и куда пойдет работать, смотрите в нашем обзоре. Для Даниила сегодня особенно важный день. Он подает документы в Орский технический техникум. Решение о том, на кого учиться после 9 класса, было принято давно. Я после 9 класса решил стать электриком, потому что эта работа востребована, хорошая заработная плата, и мой отец тоже был электриком. Даниил будет обучаться по программе подготовки кадров «Профессионалитет», что сразу дает ряд неоспоримых преимуществ, главное из которых – гарантированное рабочее место по окончанию учебы с перспективами карьерного роста. В этом году в Орском техническом техникуме начнут обучение 75 студентов. Они получат образование по трем востребованным специальностям, причем именно на том оборудовании, на котором будут заняты в дальнейшем. Практиковаться на тех станках, которые либо идентичны станкам Орского машиностроительного завода и оборудованию, либо они очень похожи, либо они работают на одном программном обеспечении.
На подготовку специалистов в Орске из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей. Еще 20 миллионов выделяет регион и 20 миллионов – Орский машиностроительный завод. Эти средства будут направлены на техническое оснащение, закупку оборудования, программного обеспечения, подготовку помещений для практических занятий. В одном из корпусов технического техникума уже началась подготовка к масштабному ремонту. Будущие студенты Каменск-Уральского политехнического колледжа тоже не остались без внимания. Профессионалитет станет для них отличной возможностью получить востребованную в городе профессию и трудоустроиться на Синарский трубный завод. Программа предусматривает сокращенные сроки обучения, использование современного производственного оборудования в учебном процессе и другие преимущества. Чтобы выбрать будущую специальность и на практике познакомиться с заводскими профессиями, завод организовал дни открытых дверей для будущих студентов и их родителей. Они посетили учебный полигон корпоративного университета ТМК ТУЮ, где их познакомили с производственным оборудованием и рассказали о профессиях, востребованных на заводе. Очень важное событие, которое показывает непосредственную связь наш, как образовательное учреждение Каменск-Уральского политехнического колледжа, с непосредственным производством, с Синарским трубным заводом. Предприятие софинансирует капитальный ремонт мастерских Каменск-Уральского политехнического колледжа. В настоящее время в учебных аудиториях специалисты проводят демонтажные и отделочные работы. И уже в сентябре студенты приступят к освоению актуальных для предприятия компетенций. Волжский политехнический техникум вместе с сыном пришла подавать документы в приемную комиссию Галина Щекатур. Молодой человек выбрал одно из пяти направлений специальности, востребованной металлургической промышленности. Есть какая-то уверенность в завтрашнем дне. Действительно поспокойнее, что не будет метаний, не будет действительно диплом положен на полку. Мы проводили родительские собрания на территории завода. Мы проводили экскурсии для ребят совместно с техникумом. Мы выходили в школу на профориентационные уроки. И сегодня мы видим интерес. Для обучения по программе «Профессионалитет» выделено 125 бюджетных мест. Студенты, которые в сентябре начнут обучение, смогут начать работу на ВТЗ меньше, чем через 3 года. Кузница кадров Северского трубного завода Полевской многопрофильный техникум имени Назарова тоже ведет прием документов по проекту «Профессионалитет» на востребованные специальности. На базе Полевского многопрофильного техникума мы обучаем высококвалифицированные кадры. Плюс практическая часть у нас будет также проходить на территории Северского трубного завода. И уже по итогам, возможно, производственных и преддипломных практик готовность высококвалифицированных студентов к трудоустройству к нам на завод. В техникуме в рамках проекта завершается масштабный ремонт аудиторий, который поможет развести потоки учащихся в комфортных условиях, преподавать теорию и на современном учебном оборудовании практику. После апгрейда современно будут выглядеть также коридор и холл техникума. Гардероб будет заменен, будут поставлены банкетки различные. То есть здесь мы косметический ремонт проведем, подготовим под брендбук, который будет утвержден на уровне правительства Российской Федерации, цветовая гамма. То есть мы вот сделаем именно в таком формате. Отбор на специальности профессионалитет будет строже, чем на базовые. В приоритете окажутся абитуриенты с более высоким средним баллом аттестата. 4 группы, всего 100 человек, будут подготовлены по новым гибким методикам под требования работодателя. После получения дипломов они станут работниками Северского трубного завода. Участие ТМК в проекте курирует корпоративный университет ТМК ТУЮ. Благодаря такой координации в рамках профессионалитета компания может использовать собственные компетенции и солидный опыт по подготовке персонала и повышению квалификации, а также обеспечить знакомство и интеграцию молодых специалистов в бизнес-процессы и корпоративную культуру. Лидия Соколова, Ольга Калугина, Татьяна Андреева, Елена Сюзикова. Новости ТМК. Это были новости трубно-металлургической компании. Все выпуски доступны в приложении ТМК Медиа, а также на сайте ТМК. До свидания.